Приветос, амигос! Продолжается God of War. Время испытать зальки Ареса. Прошлая серия, тем более, была не особо быстрая. Так, я не понял, как говно это работает. А. Нет, я понял, как она работает, но что-то она сейчас вот ни хрена не сработала. Подождите, а вот здесь киндер-сундучок. Странно, что отсюда идут следы кровавые, но я тут... это вниз теперь. Я вроде тут спускался, а потом как-то поднялся, и теперь... Ну, понятно, ладно. Над маршрутом, мне кажется, в этой... Да, точно, точно. Теперь я понял, где. Над маршрутом в этой игре лучше даже не задумываться. Такая борода. Да. Принц Персии так, в принципе, без всяких сандалий носился галопом. Это теперь тут можно... О! Вау. Вау. Ай-яй-яй, подождите, дайте подождите. В воздухе. Уклониться в воздухе, блять, большего бреда нахуй я не видел еще. От кого мне там интересно, бля, в воздухе уклоняться придет? Так, киндер-сундучок с подарочками. Здесь... А, этот не с подарочками, это с говном. Конечно. Сколько мне еще? Так, сколько мне до мечей? До бичей, что ли? Бля, еще. Еще косарик целый, ёпта. Да, ну и цены, конечно. Косарь здесь даже за босса не дают, что характерно. Вообще, не знаю, за босса тут даже шарики-то и не падают. За босса здесь дают, вон, сандальки. Что еще? Когти Аида. Бля, теперь я смотрю, чума египетская просто снизошла на Олимп из-за того, что убили Гермеса. Как будто он, блядь, повелитель саранчи был, я хуеваю. Что-то не понял, мне из желтого ящика одни жизни сейчас выпали, что ли? Смена предмета. Да, это я уже понял, спасибо. Вот это вот уже отстала я немножко телега. Уж если с первого раза до кого-то не дошло, то уж доводить до него эту информацию. Блять, у них вообще бензин-то хоть ограничен у этих сандалик. Они нихера на такие расстояния. А, блядь, не то нажал. Не то нажал, и сандали унесли меня нахуй. Прикиньте так, короче, с утреца проснулся, одну сандальку с крылышками надел, а вторую тапочек домашний, блядь, стартанул и разорвало нахуй у кровати. Так погиб Гермес. Надо нашей сборной по футболу такие сандали справить. Скинемся, так и быть, всем народом. А то хули они как в валенках бегают. О, там синий-зеленый, да, сундук? Или что, синий-белый он теперь мигает? У меня, наверное, дальтонизм, или им жалко нарисовать было нормально? Давай. А здесь какая-то стенка особенная, об нее споткнуться, наверное. А, что ты делаешь, дурак, блядь? Ну, ебаный твой сандаль. Ой, ёб твою лаптей, сука. В натуре, сука, в ботах. Какие тебе сандали Гермеса, тебе, бля? Зеленый, да. Тут что-то бацильные какие-то все кашляют, надо их обойти подальше. Как в поликлинике, пришел здоровый, на тебя чихнули, кашлянули, блядь, и заболел. Ну тут какие-то бомжи убивают мирных жителей, но мне поебать, потому что я сам периодически их в расход пускал до этого, поэтому... Вот как бы враги моих врагов вообще не факт, что мне друзья. О. И чё? Причем меня они что-то не бьют нахера. Интересно, а почему у богов Олимпа на службе стоят какие-то, блядь, нежить какая-то? Я чё-то нагрубаюсь. С какого хера? Ой, там кто-то огреб. Да куда-то ты собрался, а? Скалешечки, ёпты, до свидания. Алистар, увери ему, ебо... О-о-о-о. Бронированный орк? Брониорк? Орк-богатур. Какой-то круглый хуй-пой. А, там закрыто. Вот ты зловонный, блядь. Орбита, иди пожуй. А-а-а! Блядь, как зловеще тот удар выглядел, конечно. Но не так, как вот эта хуйня. О, блядь. Переебал, да, знатно. Согласен.
Ну интересно, а я могу отбить? Ну походу нет. Да, говорит, блять, большинство ударов, большинство. Ну за что? Бля. Ну ладно, это был тестовый бой, как бы. Ну, я просто не знал, что меня может убить, что не может. Ща я ему, блядь, очко пальцем порву, епта. Ну, сейчас триндюли такие не снились, какие их я ему сейчас раздам. Интересно, а атака есть какая-то в сандалях? Походу, нет. Кто-то, конечно, огреб от этого, но вообще не скелет. Нахрен добивать этих бомжей, с них ничего интересного, один хер не падает. Самый быстрый способ кого-то здесь убить, это скинуть его нахуй с локации. Другой вопрос, что вот эта жирная паскуда ни хера не хочет подлетать, конечно. Блять, ну сука. Почему, блять, да... Ну ебаный, вообще заебись. Почему ты достал этих, блядь, я же не нажимал на крестовину. Ну, вообще-то вот что есть еще, чувак. Ой, вдышло. Ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Попрыгушки! Все, сдох, что ли? Какие-то малиновые выпали. Да. Ох ты, ебаный ты в рот, нихуя себе. Че двое? Ой, блядь. Что-то я поторопился, походу, с мечом Олимпа-то. Иди нахуй. Лови. Сука. Блять, ну ты-то нахуй вообще уйди отсюда, блять, карлик. Ёбаный, блять, бомж из-за бомжа, блять, убили. Сука, из-за пидора какого-то, блять. Ну хули вот ты стоишь здесь, блять, бацилла, ёбаный, а? Иди ты там покашляй где-нибудь, ну. Блять, надо было маной заправиться. Она, конечно, вообще нахуй здесь не помогает, но абсолютно никак. Ну что, говно полное. Блять, ты посмотри, они выносят какие удары, блять, им все. Все до пениса и все по фалусу, ёпта. Просто любые комбинации, все поебать. Горит, бежит, блять, насрать. О, давай валяй. Так, что я хочу попробовать? А, у меня же не прокачаны клинки Аиды, у меня нет гордона. Вот из-за того, что в игре нету шкалы здоровья, казалось бы, ну подумаешь, да? Бля, ебать он нахуй урон наносит. Но я не понимаю, какие удары эффективны, блядь. То есть насколько сильный удар мощнее слабых, блядь. Из шкалы здоровья это как-то можно, блядь, затаймить? Еще бы если бы с него сферы падали, блядь, лечебные, а не говно всякое, то вообще цены бы не было. Ну и что, кто-нибудь ослеп от этой атаки, блядь? А, не обычных бомжей. Блять. Ну заебало. Обычная пехота, блять, это нахуя такая живучая? Просто не понимаю. Смотри, он не сдох, блять, он поебать. А я убью, блять, полчаса там. Смотри, он меня продолжает заебывать, блять.
Боги гнут. Оглушились ли они хоть на секунду, блядь, нет? Ебануться. Ладно, тут, блядь, или так, или никак. Некогда добивать. О, все. Делов-то. Правда, все равно, пока вот добивание включается, мечом очень долго рубить приходится. Посейдон, Аид и Зевс. Ну я же сказал, они главные центровые боги. На районе, ёпта. А я уже двоих из них прям в начале игры отпердёлил. Отпиздёхал, так сказать. Никакого сопротивления они не оказали обществу. Ну Аид, да, с ним попадал. Но Посейдон вообще чмо. Хотя похож был на Дэвида Хэя, боксера. Сразу мне в глаза бросило. Я сейчас смотрю, думаю, на кого он, сука, похож? А, бля, реплей пересмотрел. Да, Дэвид Хэй вылет, даже дреды такие же. Так, следующий уровень увеличения урона. Удар Арго, смерч хаоса, гнев Тартара. Тартара. Ну, давай. Затрачу, так и быть, все, что есть. И следующее улучшение. Так, смерч хаоса. ЛТ плюс нажимайте квадрат. L1, вернее. Гнев Тартара, L1, посмотрю. Угу. Новый счетчик золотого руна, удар арго парирования. С L1 нажми треугольник. Теперь 10 тысяч надо, пиздец. Это, блядь, что там? Гнев чего там? Ну, я что-то не понял, что там. У меня вот этот удар, допустим, и так был. А, вот как он переключается. Одновременно, если с L1 нажимаешь удар, он меняет оружие, что ли? Это что, прям во время боя разными бить, смотрите. Опа. Да, на крестик. Оп, такими. Оп, такими, блядь. А, вот теперь удар. В воздухе, если L1 зажимаешь, он вот так делает, походу. До этого что было? А, до этого и так было. Так же и было, блядь, нихуя не понял. Не было удара по земле вот этого сильного. Было просто. Понятно, короче. Да-да-да, вот. Да, так по земле появилось. Мне бы зеленый сундучок вообще не помешал бы. Я бы вот не знаю прям. А, подожди, отложи нахуй. Там есть. Мана у меня, в принципе. Ну, она не то, что... А, подожди, у меня же новые спартанцы какие должны были, нет, появиться? Я слышу какого-то лучника. Камера не дает мне понять, какого цвета я сундук открываю. Я чисто вот по бликам на воде увидел, что он позеленел, блядь. Ой, камера вот всю игру пытается обосрать. Вот серьезно, ну, бля. Пламя Олимпа. Зевс, батька, дома я, дома. Андромеда, наверное, да, вот эту. Еще какая-то тёлка, сестра ее, наверное. А, это просто статуя, они вон штурвал вращают, видимо. А тут как большой театр какой-то, тут шторка. Внизу какая-то хуйня. Чего мне вот это показали сейчас? Не знаю, где какие сейвы. Я уже не помню. Страшно уже что-то перезаписывать, вдруг что-то важное потеряется. Вдруг выяснится, что эти клинки тоже говно. Блядь. Че-то я замешкался. Ага, вот тут сундучки стоят. Оставим на завас. Блядь, нихуя. Лучница сколько сносит. Не дохера ли, а? Дверь заперта. Началось в колхозе утро. Вон там эти аресы всякие. Портреты. Тёлка какая-то. О, пол какой зеркальный. Видишь, напидорили.
сиська стрёмная висит, блядь. Не знаю, кто это. Не хочу такие сиськи смотреть, пошли отсюда. Такие лучше, если детям показывают сиськи, это надо показывать сиськи грамотные, четенькие такие вот. Высокие, блядь, красивые. А то, дай бог, подумай, что у всех баб такие вот, блядь, мешки нахуй висят. Скажут, лучше я с мужиками-то опороться буду. Не, конечно, с другой стороны, показывать им кукол Барби тоже, блядь, обманывать их с детства не стоит. Они и так в Деда Мороза верить. Начнут еще верить в то, что у всех баб сиськи классные. И это тоже к добру не приведет. Не у всех сиськи классные, не у всех жопы классные. Чаще даже совсем наоборот. Да. Аж приуныл, блядь. Так, удержите L2, чтобы пустить сноп света. А, понятно. Лишь яркий чистый свет мне жизнь разоблачает. Назад не бытие, их отправляет он. Иди сюда. Вау. Тупо ебал им об асфальт, вот это я понимаю. А, она не умерла? Сука, ты чё, блядь, тварь? Мне кажется, мы помешали ее добить или что? А, вот как это. Хребет сирены. Сломал сирень хребет и получает синие сферы. А синие сферы что дают? А сирены такие страшные. Да они что ли моряков заманивали, блядь? Я бы такую увидел, испугался нахуй. Сказал, баба яга, блядь, иди нахуй. Блядь, косой еблан. О, дискотека века, ёпты, танцуют все. Ай, блядь, наебался. А, синие сферы, это магия. Нахуй не нужно. Кому что надо сломать или оторвать, чтобы зеленые дали? Так, у меня где-то сундучок тут в загашнике был. Нет, дальше. Блядь, он может как-то бежать подольше? Так себе сандали. Но учитывая, что они ни хрена Гермеса от меня не спасли. Блять, еще в конце slow motion, который вообще, блин, нивелирует весь разгон. То есть то на то и выходит, что вот так бежать. Что рывками в сандальках с этим slow motion. Вообще непонятно, зачем он нужен. В кровавой Рейне хорошо вот был slow motion реализован. И в Макс Пейне. Причем в Blood Rain'е даже лучше, по-моему. Но мне больше понравилось рубить в рукопашку. Хотя прыжок со слоумоушеном и стрельбой из дробовика тоже эпично выглядел. В 2004 году. Бля, мне вот это вообще гипноз какой-то, сука, тошнотворный. Да. Ты хочешь подписаться на канал. Ты отписываешься от бренда. Бля, ладно. Ой, бля. Чуть такое, арфа что ли? Надо музом на арфе сыграть. Голуби летят над нашей зоной. Когда меч займет верное положение, ноты встанут на свои места, и музы покажут вам путь. Ноты. Так, там еще полеты наверх, вижу слева. Не знаю, и здесь тоже. Не знаю, может надо. Летать надо. О, я знал, что им что-то тут припрячет. И полеты надо. Тут что-то крутится. Так, пока нихера не понял, что это такое. Сейчас посмотрю, сундучки все. О, даже не спрятали, нифига. Что-то как-то быстро стали собираться эти перья, рога. Ну, это один хуй мана. Ай, разработчик еще на пол сантима себе пиписью прибавил. Молодец, ай, молодец, сущий. Так дела пойдут. Закончишь с болтом, как у негра.
Ну ебать, загадка для лохов. Там, блядь, сука, графика, что ли, подлагивает снизу, или я чё? Сука, кто эту игру, блядь, делал? Ёбаный в рот. Ой, блядь, как все печально здесь. Ебать, самая лагучая хуйня на PS4. То звука нет, то, блядь, скрипты не срабатывают, то графика лагает. Ебать. Ой, блядь, сделали игру. О, давайте, шлюхи, крутите. Баха мне! Чё встали-то? А. Нотки. Ангел. Блять. Сука, пафос не получился. Ебалом ударился обо что-то, лох. Вот так, когда Кадыров просит станцевать лезгинку, это выглядит так. Как оно, блядь, было? Давай еще раз, ну. Ну ладно, при монтаже поправим. Так. О, Guitar Hero, ёпта. А, блядь, еще и по две надо нажимать. Вы ебанулись, что ли, разработчик? Блядь, как удобно, я охуеваю просто, дорогая редакция. Ладно, слушаем симфонию. Опс. Как неудобно все это делать, блядь. Я Xbox-овский геймпад, мне больше помню, где какие кнопки. В чем дело-то, блядь? Ой, ебанись ты, блядь. Ну и хуета, блядь. Ну неудобно же, блядь, две нажимать-то, ёб твою мать. Моими-то сардельками, блядь. А, крестик, блядь. Ебать. Ну да, к такому меня жизнь вообще не готовила. Я думаю, что скоро выйдет игра Arfa Hero, короче. Каждый раз сначала, блядь. Ой, ёбаный в рот, уникальная хуетень, блядь, ёбаный пиздец, нахуй надо кому это, блядь, вообще не ебу, ёбаный в рот, ну. Уникальная механика игры, блядь. В пизду, завтра пройду, нахуй. Даже не хочу сейчас с этим ебаться, блядь, нахуй пошла. Эх, давай играй, гармонь, рви душу нахрен. Просто, блядь, Денис Мацуев, нахуй. Эй, ну хорош, ну все ж, блядь, ровно было, ты чё, тварь, блядь? Сука, верхнюю и нижнюю, вот, сука, одновременно нажать одним пальцем невозможно, блядь, чтобы не задеть остальные. Приходится джойстик держать боком, блядь. А боком вообще хуй поймешь, что нажимать. Блядь, ёбаная. А кто сказал, что там верхняя и нижняя, там же, блядь, квадратик ебучий. О-ло-ло.
Бать справился, блядь. Бать понял, что там... Какие там комбинации задействованы. И стало намного легче. Аплодируйте, аплодируйте. Я не слышу ваших оваций. Сейчас я, блядь, перезагружусь и сыграю на бис. Эту сонату, блядь. И что это за механизм? Такое ощущение, что если бы Кратос был чуть-чуть повыше ростом, он бы сейчас по башке как выхватил. Богато, сука, лифт украшен. Как на яхте Абрамовича. Ух ты, блядь, что такое? Ай, начал. Ай, шайтаны напали, жужи. Эй, автографы сегодня не давать. Блядь, такая. Да, сука, кончалыга, блядь. О, блядь, нихуя. Еще эту пизду позвали. О, подбрасывает, хорош! Блять, а я могу вообще, у меня есть какой-то шанс успеть ослепить их? А я их ослепляю, не ослепляю, у них щиты, блядь, абсолютный пауэр, блядь, бич. Я иду, ёпта, родная. Как быстро что-то она сдулась в этот раз. Ну, видимо, она из старых врагов, а сейчас уже в почете новые, мощные. А этих пидоров, походу, убить-то и нельзя никак, кроме как окаменеть их, нахуй. Понятно. В чем соль замеса? Куда ты, нахуй, собралась? У них щиты, как я вижу, из этого синего камня, который я разбивать не могу. Блять. О, ну заебись. Ну неужели, ну трудно, ну блять, ну да. Надо быть, нахуй, программистом очень серьезным, как бы, чтобы чекпоинт догадаться в лифте поставить, когда враги выпрыгивают, чтобы я не смотрел вот эту анимацию каждый раз. Это очень-очень сложно реализовать. Было бы для Obsidian Entertainment, которые, блядь, армату делают. Но для тех бомжей, которые, блядь, в Sony работают, мне кажется, это нихуя не сложная задача, нет? Или что, я, блядь, дохуя что прошу? Пидоресы. Давайте я просто в блоке подожду, пока ваша мамка придет, блядь. Нахуй с вами драться-то, один хуй смысла никакого. Пиздец. Такая комнатка, блядь. Главное, что... Пиздец, они еще с копьями бьют, блядь. Я даже нахуй не успеваю встать, чтобы что-то заюзать, блядь. Блядь, еблан, сука. У них комната мелкая, еще и копье, блядь, через полкомнаты достает. Блять, все, сучата. Непонятно, как они каменевают, если они, блядь, даже не смотрят, они щитами закрываются. Как они каменеют. Ну, ебаный, кто, блядь, по мне попал? Вся надежда только на магию в этом бою. Пошли нахуй, пидоры. Сейчас все будет, ублюдки. Сейчас червячка. Блять, ёб твою мать. Сейчас червячка, так сказать, заморю. Подождите. Сюда, твой. Нихуя, у него волосы так три погоды, походу. Тафт пиздюли. Ваша прическа останется целой даже при побоях. Ну все, ура. Пафос. Ты не Кратос, ты Пафос. Ну-ка, пацаны, как мы идем на учебу?
Блять, опять русский, математика, блять. Ну-ка, пацаны, как мы шли в компьютерный клуб? Так. Ну или на блядки там. Че еще-то? Зевс, ты давай уже выходи. Хорош там. А, лестницу построили, что ли? Да, вот еще ничего себе. Чем-то принц Персии так напоминает. Не знаю, эти дворы все на восточный манер какие-то. Так, стоп, там еще один сундучело. У геймеров старой закалки такая. Мания, видишь сохранялку? Сохранись. Выстрелил один патрон из обоймы, перезарядись. Иначе следующего шанса может не быть. Так, ну чего? Хотя, в принципе, слушайте, недавно штук Гермеса убил. Сейчас вроде босса быть-то не должно. Все говорят, что их в этой игре, ну, очень много. Не знаю, может, тут минотавров с медузами кто-то... А, тут тоже сохранялка была. Ой. Эй, в рот ее, чихпых. Чем медленнее в игре ездят лифты и поворачиваются рычаги, тем дольше время геймплея. Ах вы пидоры. Это ничего, сейчас не спускаться, что ли, им ебало бить? Оу. Надо же, какой механизм. И что придумали? Лучников просто ваншотнуло. Сюда, ёпта, шусёнок. Косой. Но этот более меткий, конечно. Базара нет, попал. Просто вздрючил. Просто, сука, вздрючил. Сколько у меня, кстати? О, да, сюда можно еще пол игры не заглядывать. 10 тысяч надо. Так, а ну-ка я сейчас наебу всех. Да. Не тех ты разработчиков решил наябывать своими полетами. О, подожди. Да не это, придурок. Опа. Наебалово великое почуял я. Вот оно. Там, блядь, причем видно, что там ничего не было. Вообще ничего не было. О. Кратос так суров, что даже в пустом сундуке лут находит. Благо, хоть сохранение быстро. Что, по умолчанию их записывала? Так, что у меня? Ну, покуда здесь стоят два сундука... А впереди круглый балкон, похожий на арену. Видимо, дело идет к боссу. Угу. Браво! Браво! Кто там каркает, блядь? Вот и явился герой. А, Гера, что? Аплодисменты очередному ублюдку Зевса. Гера, да, смотри. Явился как раз к последнему акту. Гера. А, вот как она произносится. Ужасно выглядишь. Да ты сама вылитый Уильям Дефо, блядь. Ты ищешь способ убить моего мужа? Ты знаешь, что я хочу отомстить Зевсу. Не могу тебя за это винить.
С тех пор, как ты убил моего сына Ареса, Зевса снедает страх перед тобой. Его страх пройдет, когда я убью его. Выпьем же за это. Гера, я ищу деву Пандору. Пандору? Эту маленькую тварь, которую создал мой сын Гефест? Она всех своими детьми считает, нет, что... Этого я не могу допустить, дорогой. Убить его. Мой сын Гефест. Ты не видел моего сына Ареса? С моей внучкой Пандорой. Нихуя. Геракл. Здравствуй, брат. Ебануться, вот это горилла. У Кратоса аж дар речи пропал. Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову. Не ебать, я ему в хуй дышу просто. Залупай, может, мне рост померить. А давно Геракл на побегушках у Геры? Подумай сам, брат. Пока я расчищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Ха, иди нахуй, конюх. Периодически пропадают слова, блять, ну PlayStation 4, я говорю, Next Gen. Догадайся сам, по губам читайте, что он там ему пиздит, блять. Видать, что-то не вибено смешное. Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий воин, убийца, ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз... Ну да, а то Геракл хотел прославиться, может подумать. Я одержу победу. Кевин Сорбо не был корыстен. Это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Так смотрит снизу вверх злобный карлик. Еще посмотрим. Геракл, наверное, в Гевиевой конюшне своей метлой вот этой на шлем начистил. Своим плюмажем. Форум. Сейчас забаню вас нахуй на форуме все, ёпты. Чё хуйню пишешь, блять, а? Хули ты спамишь своими постами? Блять, игроков все устраивает, ёпты. Топик вопросы разработчиков модерируется. Предложения по улучшению игры принимаются только самые пиздатые. Капсом пишешь, мелко пишешь, много пишешь, редко пишешь. Блять, все неправильно нахуй. Я модератор, блять. Моя власть безграничная, ебать. Я, блять, родился, рос и учился только для того, чтобы стать, ёпты нахуй, модератором. Ну и сюда, блять, в стену его бросай, там же шипы. Еще раз. Ухнем. Нихуя себе, он отблагодарил своих шестерок. О-о-о-о, блядь. Атаку, живо! Пусть льется кровь. А, Спарта! Блядь, ты чё достал-то, еблан, блядь? Ох ты, блядь. Покончу с тобой. А у меня очи есть. Зевс наградит меня. Блядь, из Геракла такого еблана сделали. Просто фантастика, блядь. Сражайтесь во славу Зевса. Попрали просто все, блядь, законы нахуй мифологии. Ладно, боги, говно, но уж. А, о, блядь, надо было его приложить. Я не смог прицелиться. Кратос сильнее, блядь, обезьяна, сука. Валу его бы пизды дал. Опа! Форум. О! Чё это он? Ой, на по-еблинскому! Ой, блядь! О, хилочки. Хиллари! О, блядь! Хорошо меч успел выхватить чудом. А чё ж ты такой крутой, блядь, шестёрок-то своих позвал в толпу? Блядина, сука. А, я еще жив был. А, короче, его удары по земле не блокируются, надо. Хуй знает. Блять, он им еще командует что-то.
Это на хуй тут бомжей столько, не понимаю. Хочется, чтобы для того, чтобы я на меч фармил. Да какое, они и так не страшатся, они трупы. Мальчики! Не догоните, не догоните! На, туша блядская! Сука, давай ему топчи ему ебало, на нахуй! Жуй свои зубы, тварь! Забирай нахуй меня, басос! Для меня это слишком мелко, я хочу, блядь, в топы ютуба. Браток, браток, братишка, та-ра-та-ра-та-та, покушай, станешь шишка, пара-пара-пара. Да. Спасите, блядь. Подгрило. Да, мы слышали уже твои, блядь, эротичные фантазии. Да, то-то твоя мощь, блядь, один на один, нахуй, сыдраться. А, блядь, пока этот бледёныш ёбаный меня... Ну, сука, конченая, блядь, тварь. На, ну чмо, блядь. Боксер, ишь ты выискался, блядь. Он нашел тебя, какой храбрец. А ну-ка, дед, принимай гостей. Охуенно. Опиздюлил. Я впервые за весь бой так опиздюлился смачно. Победа в первом раунде. А, он прям ждет, когда же я, блядь... Когда же меня схватят? Мокрощел ебаный. Он еще не блокируется, что ли? Охуенно, я приземлился вовремя так, блядь. Аху, я уж эпоху самых. Я даже об них удариться успел, по-моему. На, мразь. А сейчас он, блядь, начинает спамить удары по земле, вообще как пидор. Соси ногу, тварь. Руби пидоров, блядь. Еще попадал кое-кто, блядь, кое-кого. Ну вы понимаете, на кого я намекаю, да? Че ты, блядь, достал-то нахуй? О-о-о. Еще сильнее, блядь, напрягает мои булки. Уголочек нахуй. Приклеил его. Ой-ой-ой, с колешечки. Оверим! Шо, красавчик, блядь, не так уж ты, блядь. Не такой уж ты пиздатый, как ты сам, наверное, думал. Блять, бомжи, конечно, засилье просто. Жестокое насилие на жопу ебастили. Оба, блядь! Будьте! Странно, что вот эти розочки, шипы, вернее, не отламываются после каждого опиздюливания об них Гераклом. Чтобы в разные надо было еще. Было бы еще круче. И хардкористей. Хуйцаев. Ой, блядь, ебаный Кратос. Прилип, блядь, к столбу, что ли? Он же не попал. Так, нагнетает. Блядь. Сын осла, блядь. Да. Ну, попытаться-то стоило однозначно.
блокирует, в общем-то, вообще все мои атаки, по-моему. Пиздец, охуели все. Ну, блядь, это охуенно, конечно. Интересно, блядь. Очень пиздатый бой, я скажу, блядь. Когда его даже бить нельзя, это, блядь, вообще нахуй. Просто супер, блядь. Даже, блядь, я хуй знаю. Я как-то, блядь, не могу иной раз тут логику убийства босса проследить, блядь. Блядь, бить нельзя, подходить к нему нельзя. Что надо делать? Он агрится, когда я его избиваю, или когда я достаточно бомжей убью, понимаете? Тут, блядь, никакого индикатора нахуй нахуй. Делай, блядь, что хочешь, нахуй. Всем поебать. Еще раз. Когда покончу с тобой, Зевс наградит меня. Даст тебе хуйца со смехарства. Все, отбивает. Гера, блядь, Гере уже надоело третий раз смотреть на. Убейте, ублюдка. Мне кажется, надо бомжей достаточно убить, блядь. Потому что самого Геракла пиздить-то бесполезно. Я держу победу. Пиздец. Вот мечом, да, можно ему что-то сделать, но... А! Может, надо меч набивать? Куда ты нахуй собрался, шлюха? Че он, зачем он, блядь, пытается это делать? Пытается что-то меня, что ли, бодать? Чайно попытка. Да, тот ты в нее оделся, блядь, слабачок. Так, ну давай, посмотрим. Я понял, меч Олимпа это вообще... Меч Олимпа это единственное, к чему он уязвим, что ли? А вот теперь он уязвим ко всему, понятно. Да, кроме, блядь, стрел, видимо. Лук Аполлона говно! Спасибо за внимание. Да у него тоже, блядь, походу из руна, из золотого все, блядь, сделано. Все, что надо. Серия X2. Когда покончу с тобой, Зевс наградит меня. Елдой. Кажется, я нашел его слабое место. Камон, бич. Защищайся. О, это было бы близко, слишком близко. Да, у меня же теперь вот эта хуйня есть, смотри. Которая нихуя не делает, да? Далеко что? Ай, блядь, бой на 2 часа, нахуй. Я держу победу. Ох, блядь. И что это такое? Во славу Зевса. На, во славу Зевса, ребра, блядь. Ой, во славу Зевса. Ой, кто-то опиздюливается. Ой, блядь. Вот это я был не готов немножко.
Ну теперь у меня перчатки Майка Тайсона. Че, наконец-то ты пизды получишь? В натуре заебал. Горилла ебаная. Куда-то ему в яйцо сейчас, по-моему, уебал вправо. А куда он делся? О, блядь. А, блядь. На, нахуй, поеблищу. Тварь. Чё-то ты без перчаток вообще ни о чем. Перчатки, наверное, Гефест выковал и угадал. Походу все пиздатое, что выковано на Олимпе, даже ручки дверные, наверное, Гефест, блядь. Made in Gefasto. Ух ты, поеблищу. Блядь, заебал. Ах ты, мразь ебаная. Телебоньким стики. Ну-ка. Да, блоки нихуя не работают против этого пидора, хоть ты выебись, хоть в перчатках, хоть без. Блять, этого пидора не так просто. По жопе, сука. Блять. Ну ты охуел, что ли? Супермен, блять, выискался. Держаться, блядь! Сука, чугунные кастеты, блядь, давят вниз. Бум. Какой смысл? А, о. Ну чё, ебало наглая, блядь. Завистливая, сука. Полубог. Я богов убивал, тебя, шлюха, я вообще замордую. Че там, блядь, лицо-то есть еще хоть какое-то? Пластическая хирургия, клиника доктора Кратосова. Пиздец. Ну да, говно не тонет, хули. Батик. Братишка, я тебе покушать принес. Немейский цестус. Это в комментах классно написал. Немецкий. Немецкий цестус. Знаменитые кастеты, полученные Гераклом после убийства немейского льва. Они настолько знаменитые, что я до этого момента о них даже не слышал. Ой. Да, у них даже кувырка нет, блядь. Стиль гориллы, только попрыгунчик. Жесткач. Немейский рык. Ударьте цестусом по земле, чтобы создать вторую волну. Говно. Тут, по-моему, и так каждая магия эту волну создает без проблем. С прыжка так в чердак влетело. Главное, в начале заставки этот хрен таким огромным-то не выглядит. О, вот теперь я могу синий кал титана разбивать. Да, синему калу титана не устоять перед немецким цестусом. А, это оникс. Титаны какают ониксом. Какой-то неосторожный титан насрал на рычаг от лифта. Вот мудак. О, сейчас мы его смоем, пидора этого, нет? Он еще долго в кадре плавать-то будет? О, у них ониксовые щиты, я же говорил. Сейчас, смотри, страйк сделаю. Оп. Еще были бомжи волшебные, стали бомжи обычные. Цесту сколько тебе?
Клинки, чтобы быстро сменить оружие. L1 во время... А, ну да, вот во время атаки. Я говорю, L1, блядь. Это чтобы во время боя разными бить, наверное. Это ультразадроты владеют таким комбо. Может, этот пидор еще живет и меня за ногу схватит? Да, и как он... Чем он меня увидит, интересно, блядь. Ментально только, если почувствует. Настолько его опиздюлил. Да. Кевин Сорбо был круче этой гориллы. Чертог Посейдона. Чертог. О, здорово, мужики. Ауч. Не та хуйня. Сорян. Все, все. А теперь дискотека века. Как все любят. Ты чё, шалава, бля? Ой, блядь. Их нехорошо получилось, ты ёптись. Да крути ты эту херню уже, господи. Ну и так игра не короткая. Должен был... Ты блядь, с Гераклом боролся, ты... Ах ты, пидрила. Ну ты и пидор, блядь. Должен пинком был просто... Поворачивать. Подожди-ка. Что-то он ониксовый какой-то слишком. Дай, Сюши, драться давай. Ну давайте посмотрим на эту замечательную анимацию еще раз. Надо было в сапогах Гермеса сразу, наверное, спринтануть. Ну, спринтовать в сандальках Гермеса мы будем уже в следующей серии. Так что чё, жмите, что-нибудь пилите. Что-нибудь жмите, что-нибудь пилите, ага. Херкулес пал, слава Кратосу. Ну и все такое.